В эфире шоу «Кислые шутки». Шоу, в котором шутки либо очень сочные, либо очень кислые. Решать вам в комментариях. Сегодня в «Кислых шутках» Шамиль чей-то пахан Галимов и Хаджимурат прилежный сын Набиев. Да, вот я готов. Все, заряжен. Кто-то что-то хотел меня, вызывал здесь вроде бы. Шамиль! А? Отсюда успокойся, брат. Я спокойно. Мы же с тобой по духу кизовские, брат. Ассаламу алейкум. Александр, Сицилия, Кизилюрт. Сицилия, Кизилюрт, брат. Да. Тенистые улочки. Кизилюрт и Ганнах есть. Дай это сюда один раз, чтобы я не имею. Кизилюрт и Ганнах есть, отзыв. Чтобы я вспомнил, да, дай. Шамиль, отсюда, да. У нас здесь такие правила существуют, да. Вот меня тоже пригласили. Короче говоря, мы с тобой должны, как бы, кто первый из нас задаст вопрос, мы должны разыграть с тобой! Не-не-не, зачем мы такие вещи не будем? Ты же старший, братуха. Нет, я не объясню. Поэтому старшим дорога, младшим вода. Везде надо эти моменты соблюдать, поэтому газ держи. Давай мы первый вопрос в студию. Шутка или подкол. Начинаем, да? Шамиль. Отсюда, держись, Катунча, товарищ. Первый вопрос. Ага. Как называется процесс, когда даришь чиновнику Тойоту? Вау! А задачу я тебя отсюда. Ты мой мозг сломал. Я лучше пошел бы сейчас три раунда подрался, ты с кем я засовывал. Ты не поверишь, мне когда этот вопрос отправили, я сам себе что-то мозг не сломал. Знаешь, как называется? Прикамривание. 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 Это знаешь, слово есть вообще? Это же новое совершенно слово в русской лингвистике, понимаешь? Прикамривание. А звучит как будто прикармливание. Как будто ты прикамриваешь и цепляешь его на крючок, понимаешь? Это я сейчас философствую, не обращай внимания. Да? Это когда очки одеваю, я начинаю философствовать. Я у тебя уже, блин, знаешь, влюбляюсь я в тебя уже. На какой машине ездит мэр Дербента? На какой машине он ездит? Дербентли, вот со! Не хорошо, что так было. Кажется, я не пошутил, а укусил тебя, да, вот со? Ты, кажется, кусочками это слово произнес, оно целиком не произнесет. Дербентли, сюда было, я же читал. Дербентли, да. Вау. Мэр города Дербента будет на Дербентли ездить. Ну, такой машины нету, ну ладно, пускай будет. Пусть будет, отцу. Как поймать? А, давай сейчас, ты тоже вопрос. Хашки, давай дальше качаем. Ты заметил, да? Да. Кто может втащить пахану, и ему за это ничего не будет? Кому? А кто втащил? Кто может втащить пахану, и ему за это ничего не будет? Ну, таких людей у меня... Я говорю, пахан, пахана! Что путал? Не, ну помимо пахана есть же еще старшие братья кровные, которые, например, я... Ну тоже правильно, да. Yeah. Ответ хороший. Как называется закладка, спрятанная на Анжи-арене? Подкладка. Неправильно. Как? Каспийский груз. Доедешь, пиши. Песня, ты, конечно, знаешь эту, не? Каспийский груз. Какая тяжелая шутка, блядь. Для меня, а вас это тяжелая шутка, блядь. Когда мне эти шутки читать? Я должен осмыслить, когда ты что-то читаешь. Кислые шутки. Вот сейчас он... Как это понимать? Шамиль, Пацуля. Как это? Заебывай мозги. Третья шутка, Шамиль. Как называется видео, в котором Шамиль Галимов разбивает машину, которая ослепила его дальним светом? Как называется видео, в котором Шамиль Галимов разбивает машину, которая ослепила его дальним светом? Пахан против фары.
Прикинь! Ахан против Фары! Фара, где ты? Ты его знаешь? Он что же есть? Я за тебя по-любому там газовал, ты что? Это фара, ее сломать можно. Стоп пудов. Что за неудобный случай, отсаку? Шамиль, вот если бы вот эти кресла были бы, вот тогда все было бы по-другому. Ощущения были бы такие, знаешь, изысканные. Прелесть просто. Белиссимо. В ответ на какую просьбу турист... смеяться не надо по-братски, я читать не умею. Прогуливал я школу, руки в... Когда надо было учиться, я блатовал. То же самое у меня было. Уроки пропускал. В ответ на какую просьбу турист в аульском магазине получил чапалаха? В ответ на какую просьбу турист в аульском магазине получил чапалаха? От продавца, да. Будьте повежливее. Вай, ты серьезно? Там так и было? Будьте повежливее, да. Будьте, говорит, повежливее. Вай, слабый, иди отсюда, повежливее. Красивый, изысканный такой, комфортный чапалах. Иди отсюда, чтобы мой берл тебя не видел. Шлаб, да? Шею оголил. Отсюда. Так, Шамиль. Да. Смотри, что тут творится у нас. Кто был Сталин в начале революции? Кто был Сталин в начале революции? Сталин? Брат. Революция. Ленин Кент. Смотри, когда, куда все завертелось, зашло. Ленин Кент. Прикинь. Ну мы-то с тобой не старки. Я пытаюсь эти шутки между собой слова связать. Прикинь, чтобы ответ сделать. Походу много ударов пропустил, все такие жесты. Два кизовских встретились. Шуток не понимает. Почему алкаш больше любит Кабардино-Балкарию, чем Дагестан? Почему алкаш? Такая шахматная партия. Да, любит Кабардино-Балкарию больше, чем Дагестан. Чем Дагестан? Да. Ты меня озадачил. Нет. Почему алкаш? Потому что 0,7 больше, чем 0,5. Прикинь! Такой скринч. Измерил, да, вот он, такой. Он измерил все моменты, я да? Не знаю, просто вот так ладошкой закрою. Не, смешная шутка. Не, вот это нормальная шутка была, да? Кизовская шутка. Да, да. Стрельнула. Так, теперь я, да? Шамиль. Да. Так, у меня сейчас такой будет гоголевский вопрос такой. Как свистит дагестанский ветер? Как свистит дагестанский ветер? Как свистит? Сюда иди. Что будет вот так? Сюда иди. Да, да. Просто пушка. Шами. Отсака. Шамиль, ты мне объясни, ты хоть как эти шутки написал? Вот я просто чувствую, что каждая шутка у тебя проскальзывает, вот этот кизлютовский почерк. Да, там форточка есть, отсака, чтобы вылепить можно было. От нашего стола, вашего. Салат, от души, отсака. Чисто урубеч. Павшир, мне, да? Шама, газуй! Почему баран пытается забодать чемпиона России по борьбе? Почему баран пытается забодать чемпиона России по борьбе? Вай. Я сейчас пытаюсь представить себе, вообразить себе. Потому что он баран. Грасис! Не, не вникай, не вникай. Нет, вот же в том-то дело, что мы кизовские, мы же вникаем постоянно. И вникаем. Вникаем и вникаем. Какое просто интересно. Мы не вникаем, а потом расчехляем. Если правильно. Потому что он баран. Эй. Я же... Я же скиска. Шамиль, отсюда. Бомба, бомба. Мы же с тобой сейчас порвем. Что говорит дагестанский зоолог,
когда слышит, как кто-то шевелится в кустах. Заул. Что говорит дагестанский заулок, когда слышит, как кто-то шевелится в кустах? Что он думает? Что он говорит? Он может и думать, говорит. Кто-то там на корточке присел, наверное, без палева. Лишний груз кинуть, наверное. Тоже такое. Есть два варианта? Адекватный ответ. А? Адекватный, значит, да? Да, он смотрит в эти кусты и говорит. Ежи, ежи. А? Ежи, ежи. Да, блин, мне самому, блин, это сложно осмыслить сейчас. Просто представь себе. Ежи, ежи. Просто до какого безумия может этот ответ дойти? Ежи, ежи. Как будто... Не, е... Ежи. Ежи. Не, ежи, ежи, ежи. Шамиль, мы с тобой взрослые люди. Да, вот на эту... Да, да. Дальше идем. Почему в салоне гелика очень плохо пахнет? Ой. Почему в салоне гелика очень плохо пахнет? Тут можно здесь сейчас сесть и поговорить о наших ощущениях. Водитель просто газанул отсюда. Просто знаешь, когда вот я услышал этот ответ, водитель газанул. Мне интересно, знаешь, машина газанул он или, вот так газанул, или сам да? Газанул? А? Да, наверное, сам даже. Водитель в салоне газанул. Ой, теперь я, да? Да. Шамиль, а? Какой получится звук, если кинуть младшего брата в воду? Какой получится звук, если кинуть младшего брата в воду? Уцик! Как? Уцик! Уцик? Да. А что такое? Я тебе говорю, я сам не догоняюсь. Что такое уцик? Уцик. Понятно, бульли сюда этот звук, я еще куда бы ни шло. Утонул типа якобы, но уцик. Уцик. А он же не может. Уцик я. Да мы с тобой сейчас. Не, мы с тобой после этого поговорим. Сядем, вот чашку кофе выйдем. Да, язык изучать будем уцик. Угадай, как зовут борца, который выходит из парилки самый красный. Краб? Никогда не угадаешь, мне кажется. Подожди, угадай. Да, но у нас хохмач тоже есть один под этим именем двигается. Да ты что? Да, подсказка. А ну еще раз. Угадай, как зовут борца, который выходит из парилки самый красный. Амар. Это он сейчас, кажется, сигналит. Амар. Амар. Why? Не, вот это, Алибутай, дали, как его звали. Ну, Амар. Хохмач. Нет, это... Вот, мне обещали, это ракушка, да, это такая? Что это? Короче, меня обестали, но я не понял, что это. Срочно надо кого-то вырубить. Я 3 месяца не дрался, брат. Он дает телефон автора этих шуток. Он в Москве сидит, можешь его вырубить. Эти шутки еще Петросян писал. Почему дагестанцы, это вообще такой просто сложнейший вопрос. Почему дагестанцы живут на поверхности земли, а не в ядре? Воу, а ну какое-то жидкое жесть. А? Оно какое-то жидкое ядро, поэтому ага. Дагестанцы не живут в этом ядре. Патрич, мы не используя, жидкари, да, используя возможность жить на поверхности земли. Ты силу этой мысли понял, да, брат? Это не для даргинских, не для аварских мозгов. Прикинь. Почему пахан приехал в Англию и зашел в женский туалет? Затем, чтобы предупредить состав женского туалета о том, что швабра находится на плоскости от равнины земли. Не, швабра неинтересна. Такую чушь я сказал. Не, вот и Боба сказал. Ответ дупло. Почему пахан приехал в Англию и зашел в женский туалет? Перепутал, ladies and gentlemen. Вот я. Вот. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Это твоя коронка, брат. Шамиль Вацуля, ты мне скажи, пожалуйста, ты же кизовский, я тоже кизовский. Просто интересно узнать, где ты тренируешься, брат? Где вот это искусство я строю, да, вот это шаолиньское? Вот. Вот здесь, брат мой.
Так, база отдыха «Горное озеро». Вау, это вау, находится вау. На Ильганае. Я представляю, какая там атмосфера, когда ты там тренируешься. Я тебе говорю, все... Представлять не надо, ты что, приехать можешь в Ацаку. Брат, ты меня приглашаешь сюда? Да, я тебя приглашаю. Все. Я с завтрашнего дня, там буду 5 дней. После ты мне звонишь, вообще номерами обменяемся, скажешь, я еду. Все, все. Там будет все сделано. Сейчас после передачи я твой номер телефона запишу. Все, брат. С тебя $200. За мое присутствие. Как оправдываются дагестанские чиновники, когда приезжает проверка из Москвы? Как оправдываются дагестанские чиновники, когда приезжает проверка из Москвы? Подлизываться начинают, не? В какую-то степень ты угадал, брат. Стоп, а так их на заметку озвучил. Их ответ таков. А. Брат, зато какой здесь воздух. Это воздух. Это конце, когда тот уже наехал, все сделал, что он просто устал. Какой здесь воздух, да? Тему поменял. Какой включайся, я уже выключился. Включайся, говорю. Я уже отключился. Как это включается? Прикинь, тумблер что ли включить надо? Кем будет снежная баба? Подожди, Адба, подожди. Кем будет снежная баба? Подожди. Let's go. Кем будет снежная баба, если взять ее замуж? Кем будет снежная баба, если взять ее замуж? Снежинка. Уф! Снежиночка! Фу! Такая. Мне на ладошку упала. Ни-на-на-на. Так это там песня была позже. Снежинка. Кислые шутки. Не, какие-то есть нормальные все-таки. Да? Пару штук. Две. Мы просто такой контент сейчас сделаем. Взорвет просто. И вот, наконец-то, 10-я последняя шутка. Что сказал кавказец? Перед тем, как его съели в джунглях. Вая, в натуре, чё ты за тигр? Братуха, вот так ногу его кушает, блядь. Чё ты за тигр, блядь? Ешь, блядь, брат. Носки сними просто, носки. Какое растение меньше всего уважают дагестанцы? Так, 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 какое растение меньше всего уважают дагестанцы. Да. Растение есть еще, знаешь, какое, когда вот, по кизовским понятиям, черт, это тот, который пощечину схавал, правильно? Да. И есть такое растение... Сублимация. Вау! Это совершенно неожиданно такое. Ешумица, да? Какое растение? Какое растение меньше всего уважают дагестанцы? Чертополох. Да, я пошел тогда. Все, где? Кизовский. Не понял? Султан, у тебя что, день рождения, что ли? Ва, с днем рождения, отцу! У меня не день рождения. У моей обуви день рождения. Ва. 9 лет уже ношу. Машалла. Какая-то масонская обувь у тебя. Ты что, сверху пакеты на них одевал, что ли? И сегодня в кислых шутках побеждает Хаджимурат Набиев. Шоу «Кислые шутки». Шоу, в котором шутки либо очень сочные, либо очень кислые. Решать вам в комментариях.